И всем привет, ребят, с вами снова я, Мельмил. И сегодня мы, извините, немного приболел опять. Поиграем в паркур. Да, эту карту я сам построил. Я думаю, это заслуживает лайка. Сегодня мы просто поснимаем, кайфанем. Я уже упал в лаву. Но ничего страшного. Я смог запрыгнуть, но сразу же потом упал. Но ничего страшного. Чуть не сгорел. Не гори, пожалуйста. Стой. Это мирный режим. Не гори. Не надо. Не гори. Хватит. Хоп. Конечно, господи. Ну так. Я нечаянно. Ну ладно. Так, и все, я начал получать урон. Просто в мирном режиме, как бы. Ну ладно, хопана! Ну блин, ну как же так? Меня просто пролагало, меня просто залагало, поэтому как бы... Господи! На! Не могу, уже вижу. Ну ладно. Все равно мы возродимся, как всегда, здесь. Хоп! Нет. Напишите в комментариях, чью музыку я использую. Какого блогера. Ну, в смысле, у какого блогера она играет постоянно. Не тот, кто ее создал, а у какого блогера она играет. Я думаю, все его знают. Просто решил, ну, такой паркурчик, это я понял, что не так интересно смотреть, и решил рубить музон. Да господи, дади ты мне в этой жизни. Я дальше этого блока не паркурил. Хоть я, ребят, я не проверял, кстати, этот паркур, я его построил, все как бы. Тут, может быть, какие-то части вообще невозможные. Хоп! Нет. Примолите, чтобы я записал эту серию за один, это как бы, такт. Хопа, ребят. Профессионал. Блин, упал, ребят, ну ничего страшного. Я могу сделать вот так, чтобы ничего у нас не подгорало. Кстати, я не читер, ну ладно, все. Ну ладно, ребят. Хопа. Оба-на. Да где там уже конец этот? Там я видел сундучок, ну да, как бы я его и поставил. Ну, будем воспроизводить впечатление, то, что я его только что увидел. Тут у нас блок. Блок, сейчас мы посмотрим, для чего. Spawn point. О, отлично, устанавливаю spawn point. Все, ребят, установил spawn point. Хопа. А у меня как бы гимерил. Так, ребята, так. Я установил все-таки нормальный spawn point. Хопа. Хоп. А, я что в креативе? Ой, извиняюсь. Просто блок надо было взять, а то я умер там. Так. Гимерила. Ой, господи. Гамми-мод. Сорвал. Просто, ну, как бы я эту карту строил. Если хотите, я вам на паблик ВКонтакте скину. Хопа! Да блин, да почему я сверху установил? Попытка номер 5800 триллион какой-то, я не знаю. Спасибо, блин. Гимерил, пожалуйста. Ты же да, ты засчитался. Спаунпоинт, пожалуйста, ты тоже засчитался.
Блин. Мы потом узнаем, что это. Лучше сгорю пока здесь. Ну а шо, как бы? Ну вот такая вот карта. Так. И там все. Хоп! Определенно просто. Конечно, просто. Хопа. Хоп. Спасибо. Попытка номер 3 500 000 000. Неудача. Попытка номер 6 389. Неудача. Как же меня это бесит. То-то-то-то-то-то-то-то-то. Мне кажется, это уже было. Хоп! Да! А, ну как бы все считалось. Ёперный кокос. Ну, сейчас мне остается просто допрыгнуть. Это не медведь Валера. Это не медведь. Хопа. Опа-на! Пропрыгнул, ребят. Что-то как-то я медленновато прохожу. Или быстро. О, господи, так. Хоп-хоп. Что тут у нас лестница, потому что сюда не запрыгнуть. Ой, стоп, эти вот. Я чисто по приколу это поставил. Я не знал. Умею я Мне сейчас оттуда придется. Как это просто. Хопа. Я просто оттуда шел. Да тут ты издеваешься. Еще раз. Погнали. Погнали, ребят. Спидран по Майнкрафту. Хоть это и не спидран, но спидран. Хопа. 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 Погнали. Ну на ты издеваешься. Так. Поработаем быстро. И, ребят, так, я, ребят, это там снизу не смотрите. Я наконец-то запрыгнул. Ну, ребят, ну как-то подгорело. Что тут? Я что, положить ведро воды забыл? Ну и... Попал! Я свой, ребят, впервые в своей жизни. Вагонетка. Пау-пау-пау-пау. Хопа, я, ребята, прошел. Поставь лайк, подпишись на канал, поставь колокольчик. Ну, конечно, чтобы ролики не пропускать, нужно поставить колокольчик. Оставь комментарий, особенно доброжелательно. Спасибо за просмотр, да, ребят. Большущее спасибо за просмотр, если ты, конечно, досмотрел. Уничтожу свое... Нет! Слава богу, ладно, ребят, с вами был я, Эмили Мил, всем удачи, всем пока-пока.